Всем здорово! Вы на канале Toy House. Лучшие обзоры здесь для лучших людей. Хочешь вступить в армию лучших людей? Просто подписывайся на этот канал и обязательно жми на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Ну а сегодня у нас будет по просьбе, кстати говоря, вас, да, вот тебя. Ты попросил, я знаю, ты. Вот, нет, или ты, ну неважно. В общем, вы попросили меня снять всех скрипышей 2, которые у меня есть. И сегодня я вам их обязательно покажу. Ну что, готовы это увидеть? 3, 2, 1. Ну, погнали, начинаем. Итак, начнем сначала, да. Вот эта вся коллекция скрипышей номер 1. У меня есть все, пожалуйста. Если ты не видел, как я их собирал, очень долго и упорно шел к этой цели, ты можешь посмотреть мои видео. Много очень видео. И в каждом видео я находил что-нибудь интересненькое. Поэтому переходи, все там внизу будут в описании ссылочки. Если что, найдешь на канале, ищи скрипыши и все. Потом у меня появились скрипыши номер 2. И появились они в виде вот таких вот милых, очаровательных Hello Kitty, во-первых. Мы видим сердечком скрипыш, да, и Hello Kitty. Они немножечко другие, отличаются от первых скрипышей, но очень-очень даже похожи. Также у них есть как колечко, можно сказать. Также они вот так вот застегиваются. И получается вот такой вот скрипышек. Также у меня есть скрипыш-корзинка. Но он такой, можно сказать, эксклюзивный, редкий очень. И навряд ли вы его найдете. И это как бы предполагаемые скрипыши, которые могут быть в скрипышах номер 2. Но это еще не все. У меня есть еще скрипыши. И я завел для них чемоданчик. Вот такой чемоданчик, кстати, снимал на него обзор. По-моему, это новогодний подарок от телеканала Мульт. И здесь я решил хранить своих скрипышей номер 2. Ну что, готовы увидеть этот чемодан? Сейчас я открываю и вам покажу. Вот. Вот. Вот все мои скрипыши номер 2. И, кстати говоря, все они разыгрываются, в принципе, эти скрипыши. В каждом видео, где я делал обзор на этих скрипышей, есть условия розыгрыша. Так что можете переходить, смотреть и принимать участие в этом грандиозном розыгрыше. И, кстати говоря, еще на канале я разыгрываю 30 килограмм игрушек. Если тоже вы еще не смотрели это видео, обязательно переходите. Давайте ссылку на него я оставлю в описании. Вы переходите, смотрите и участвуйте. 30 килограмм топовых игрушек. Бейблейды, Майнкрафт, Роблокс фигурки. Много слаймов. Да, там куча всего. Даже крошки-горошки. Я не помню даже. Там просто масса игрушек огромная. Так что тоже можете принять участие. Розыгрыш пока что проходит до 1, так сказать, января текущего года. Нет, следующего года, 2020. Итак, ну что, погнали. Значит, скрипыши 2. Какие могут быть? Могут быть вот такие вот скрипыши 2. Это большие такие скрипыши. Они даже не очень похожи-то на скрипышей. Они скрепляются все вот в таком формате. Это скрипыши в стиле BTS. Такая есть группа корейская. Тоже мне написали. И вот они такие вот идут большие, смотрите. Огромные просто скрипыши. И, если честно, они мне не очень нравятся. На самом деле, ну, они как-то, ну, они прикольные, яркие, большие, но что-то в них не то. Нет такого, ну, такого, кстати говоря, это не лисичка, это мне сказали собака хаски, по-моему. Нет, не хаски, это акита. Вот, перепутал я. Смотрите, здесь у нас есть утенок. Кстати, утята в скрипышах очень часто попадаются. И, скорее всего, утенок во второй части, наверное, стопудняк, я так думаю, будет. Так, вот еще большая девочка, тоже очень прикольная. Мне нравится, яркая, необычная. Вот эти скрипыши, они яркие, необычные, но очень большие. Вот еще медведь. И, кстати, медведь очень часто также попадается, медвежонок. Что чисто теоретически возможно, что тоже медведь будет во второй части уже в виде таких более уменьшенных скрипышей. Так, значит, кстати говоря, вот еще.
кстати говоря, обещали «Скрепыши» выпустить в январе, но есть такая вероятность, что их выпустят больше, скорее всего, в августе, как и было в этом году. Поэтому перед школой, следующий после каникул уже, в августе выйдут, скорее всего, «Скрепыши» номер 2. Но это, опять-таки, неточная информация, их могут, в принципе, запустить и в январе. Поэтому ждите, все свежие новости вы узнаете на моем канале, конечно же. Поэтому... кто не подписан, подпишись. И, кстати говоря, если нравится видео, то сразу же вот прямо сейчас остановись и поставь лайк под этим видео. Давай. Поставил? Я продолжаю тогда. Так, смотрите. Это большие скрепыши. По, так сказать, по корейской группе BTS, можно сказать. Здесь много очень их таких героев. Кладу их сюда. Те скрепыши, которые как бы не очень нравятся. Потом идут... более такие прикольные, тоже необычные скрепыши. Это вот такие двойные. Они вот так вот на клепочке у нас закрепляются. Вот. Тоже здесь в основном мультяшные герои. Тоже они прикольные и крутые. Здесь, смотрите, есть Бэтмен. Ну, Поночка, по-моему, ее зовут. Дональд. Классный. Конечно же, Стич. Видите? Хеллоу Китти. Но они вот единственные, видите, двухсторонние. То есть, если вот так вот смотреть, то прям скрепыши, да? А вот уже двойные как-то не очень смотрятся. Так, Железный человек. Опять Hello Kitty. У нас, по-моему, два Железных человека. Так, Щит Капитана Америки. Сам Капитан Америка. И здесь есть, кстати, прикольный такой скрепыш. Мне очень нравится. Человек-паук. Кто здесь еще у нас? О, опять забыл его фамилию. Майк Вазовский, его из корпорации монстров мультика. Так, и вот опять медведь, видите? Опять медвежонок. Все-таки медвежата попадаются очень часто. Вот еще, смотрите, медведь. Медвежата, утята в таком формате очень часто попадаются. Это у нас Бэтмен, такой тоже крутой, прикольный, да? Значит, и вот этот прикольный чувак, это у нас Супермен с синяком под глазом, видите? Опа, видите, какой у него синяк там под глазом, и что-то он грустит, видать, обидели его сильно. Вот столько, много вот таких вот скрепышей, но опять-таки, повторюсь, эти все-таки скрепыши такие своеобразные, довольно-таки своеобразные. А вот эти уже идут, это те скрепыши, которые реально могут быть. Они похожи очень на скрепышей номер 2, они очень прикольные. И опять-таки, эти скрепыши, скорее всего, наверное, ну, 70%, что из этих скрепышей кто-нибудь добудет. И знаете кто? Я думаю, будет не в формате именно каких-то здесь героев, а именно в формате... Мне кажется, что скрепыши номер 2 будут в виде животных. Вот такое у меня предположение, на самом деле. Поэтому, ну, либо мультгерои. Вот пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу скрепышей номер 2. Соответственно, будет, конечно же, корзинка вот такая. Это, скорее всего, на 99% уверен, что будет такая корзинка. Будет, там мы находили мальчиша, маленького малыша. Скорее всего, будет он. Ну и... скорее всего, дальше пойдут животные. Так, поехали. Здесь у нас идут вот такая вот девочка. Тоже писали мне, забыл я. Утята. Утята, видите, опять здесь утята. Три утенка у меня таких вот прикольных. Это слон. Шлет слонихе поклон. Это из какого-то мультика, по-моему, вылетело из головы. Вот говорили, я забыл, писали мне уже. Так, вот такой вот прикольный смайлик тоже. Потом клубничка. Зайчик опять, видите? Зайчик. Кошечка. Прикольная кошечка. Сказали, на кошку-моркошку похоже. Ну, правда, она у меня рыжая. Вот такая вот кошка тоже классная, да? Классная прям кошечка. Медведь опять-таки, видите? Медвежонок опять-таки есть. И есть у нас кто? Вот из мультика «Инопланетянин». Это мультик у нас называется «История игрушек». Да, забыл. Вот такая вот классная лапка. Классная лапочка. Так, опа, листик здесь у меня слетел немножечко.
Не надо падать сюда. Так, и Периутконос из мультика «Феникс и Ферби», по-моему, так. И все, видите, и у меня остались вот, осталась наклеечка из магнитовского письма, которое мне недавно прислали. Если ты не видел это видео, в принципе, ну, поищи на канале, там все есть. Получил письмо с магнита с новыми скрепышами. Ну, не знаю вообще, кто мне это прислал, может, и не магнит, конечно, потому что очень странное и необычное это письмо было. Ну что, ребят, вот такое вот видео. Если вам понравилось, то с вас лайкос, с меня следующий видос. Ну и всем, короче, до свидос!